Значит, аэропорт находится фактически на окраине города. Сейчас мы выйдем 1,5 километра до трассы. Значит, мы за прошлый год полностью сделали трассу между Донецком и Мариуполем. Четырехполосную. До этого была дорога двухполосная. Местами была четырех, ну, прямо местами. Была в очень плохом состоянии. Сейчас полноценная дорога между Мариуполем и Донецком. Значит, езды на хорошей скорости. Вот это идет вторая очередь ЖК Невского. В стройке находится. Да, это мы запустим уже к 1 сентября. Вот это мы запустили тоже за 4 месяца. Здесь у нас 8 домов, 6 дней. Да. Это уже, видите, дома, люди живут уже. Видите, свет в окна. Да, да. Немножечко не видно. Мы построили очень хорошую часть МЧС. Почти 9 тысяч метров квадратных. Значит, на 40 машин, 100 человек личного состава. Это мы запустили уже действующую часть МЧС с пожарными, со всеми. И это как спасательный центр. Вот здесь же у нас и минеры находятся. Большой объем работы по разминированию. Значит, у нас здесь группировка минеров 500-600 человек. Значит, ну, фактически уже эта работа близится к концу. С мягким покрытием, чтобы дети могли играть. Значит, сегодня мы вот прошли, внимательно посмотрели благоустройство парка. Есть парк прямо с набережной, тоже сделать через задание, крепкий прям очень похоже. Очень активно идет работа. Вообще в городе, вот в этом году, где-то к сентябрю-октябрю, сдадим 500 тысяч квадратных метров, это 6 тысяч. Это много. Это только за сколько? На время? Это за 8 месяцев. Технологии какие? Ну, мы строим просто очень активно. Мы собрали лучших заказчиков со всей страны. Технологии какие вообще? И современные технологии. Посмотрите, дома какого качества. Значит, мы собрали следующим образом. Мы собрали всех лучших заказчиков, которые в стране есть. У нас единый заказчик при Минстрое, который все федеральные стройки строят, военно-строительная компания, «Автодор». Значит, и попросили регион. Очень активно вошла Московская область, очень активно Санкт-Петербург делает свой район, этот же микрорайон называется Невский, Липецкая область. И... Замгубернатор. Да, ну, отлично очень работают. Мы сегодня у них, кстати, в офисе целый день проводим. Сделано освещение, лавочка, там смотровая площадка со стендом. Я люблю Мариуполь с видом на море, шикарно. Вот полностью вся концепция готова, доработаем, вам покажем. Посмотрим. Спасибо большое.